русского языка у вас... Сформировалась уже команда единомышленников, которые, у которых одна цель – провести чемпионат мира на самом высоком уровне в 2018 году, и мы полны решимости это сделать. I just want to confirm that yes, we are working very well together. Yes, we are on track for all the preparation, not only for the 2018 World Cup, but it's very important to repeat that in 2017 we have the Confederations Cup. But it's true that for us, for all of us, the next milestone is this pre-draw here in St. Petersburg, which is a beautiful city. Большое интервью президента Российского футбольного союза. А у нас будет чуть-чуть лучше, чем в Бразилии. No comment. No comment. Не, почему? Я объясню, потому что в Бразилии нет железных дорог, а у нас есть.